Приветище! Сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием Scrap Mechanic. Многие из вас знают эту игруху, я за ней давно слежу и жду, когда она выйдет из раннего доступа. Но она все не выходит, поэтому я уже ждать не могу, поехали играть в нее сейчас. Ох ты ж, нифига себе. А че без начала, без ролика, не показали, что произошло вообще? Скорее всего, мы потеряли память. Да, после кораблекрушения у нас все отбило. Ну, в общем, ладно, пойдем прошвырнемся по нашему кораблю, может, что найдем ценное. Ага. А корабль-то ничего ж он такой был. Главное, молот спас, слушай. Это все, что мне нужно. Использовать. Радио не работает, оно сдохло. Календарик прикольненький такой. Могу поспать, что ли? О, как меня шмантыляет на кровати. Точка возрождения сохранена. Все понятно, тут я буду возрождаться, если что. Могу шкафчик открыть? В шкафчике пусто. Блин, нормально, да, так? Корабль горит, а я по нему хожу, в шкафчике разглядываю. Огнетушитель бы мне. В общем, я вижу, тут хламье какое-то выпало. Можно его подобрать. Можно? А, его можно разломать и подобрать. Вон оно что. Там была еда, какая-то электроплата. Смотри, там вон дом какой-то здоровенный. И он тоже разрушен. Сейчас пойдем, сейчас посмотрим. Блин, это получается, что я летел вон оттуда, снес кусочек базы, упал на землю, протарабанил вот этот вот кусок земли и там вот остановился. Да. Посадочка была жесткая. Ну вот, я подошел уже к этому зданию. Какое-то оно странное. По всей видимости, это наша база была в прошлом, пока я не приземлился на нее. Я уже набрал всякой всячины, слушай. По крайней мере, есть еда, какой-то там напиток, и это здорово. Опа. О! Что? Это опасная штука или нет? Ты мой друган или кто ты? Может быть, это планета роботов? Отошел от меня! Ты какой-то стрёмный. Да, по всей видимости, его нужно было бомбануть всяко-разно. Но выглядел он безобидно. Но он меня чертовски напугал. Подожди, а чё? Может быть, это робот-помощник какой-то был? Он на этой базе помогал? Я вообще пока не въезжаю, что здесь происходит. В общем, я взобрался наверх. Тут еще один робот. Давай попробуем его не бить, посмотрим, что будет со мной. Ага, он меня лупит. Минус 15 хп мне сделал. Красавчик, конечно. Я заберу у тебя электроплату. Здесь есть еще роботы? Не, ну как бы понятно и очевидно, что роботы на меня обозлены. Я разнес их хату. Я бы тоже бы... Ого, нифига себе. Очистить и подобрать могу. Сейчас я это очищу. Какие-то ноги или руки роботизированы. И чё, я это очистил? Короче, давай поднимем просто. А, я их могу сразу же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отпустить. Ай, ты, блин. Ударил меня все равно. Так, либо поднять могу и куда-то поставить эту штуку, либо очистить. Хм. Что значит очистить? Вот я пока вот не могу понять. Где мой инвентарь? Инструменты, блоки, элементы... Короче, вот то, что я очищаю, это в рюкзак ко мне не перебирается. И это очень странно. Обычно это должно отображаться, что ты поднял вот это в таком-то количестве. Ух ты! Вот это что за капсула такая? Ага. Ее не сломать, не активировать. Ясно. Тут у нас что? Семена морковки. Отсюда вид еще, конечно, катастрофичнее. Все развалено, все разломано. И, как ты понимаешь, это все сделал только один я. Никого, кроме меня, здесь больше нет, нифига себе. Это что, контейнер можно взять? Это что такое? Какое-то желе. Или батарейка. Ну все, здесь я все собрал, все очистил. Можно отсюда чизать. Вот эту штуку заберу. Пошли. Знаешь, тут нету как бы ни списка заданий, что делать. Ты просто вот упал... И должен сам сообразить, как в реальной жизни, как тебе поступить, как тебе выживать. Ладно, эту штуку вот тут оставим. Я так думаю, что мы сейчас с тобой найдем какое-нибудь интересное место. Ух ты, да тут дофига построек-то на самом деле, это не пустая планета. В принципе, это было очевидно, когда мы встретили роботов, смотри. Там вот помещение, тут помещение. Так, хорошо, мы можем тут долго бродить, ходить, высматривать. Я попробую сделать вот эту штуку, я не знаю, что это такое, но попробуем поставить. Так, я ее поставил. И что это нам дает? Вверх-вниз. А-а-а.
Это я лифтовую платформу сделал? Нифига себе. Оп-оп-оп-оп-оп. Я слышу роботов. Смотри, смотри, робот с вилами. Здрасте. Так, от тебя надо подальше держаться, то ты можешь меня, в принципе, и проткнуть. А, вот откуда эти запчастюльки, это с них падают. Все, теперь понятно. О, еще один. Ай. Надо будет похавать. Блин, минус 30. Я промахиваюсь. Есть, есть контакт. Смотри, и башка еще сюда залетела. Так, давай-ка похаваем. Можно схавать семена? Нет, семена нельзя схавать. А морковочку можно? Можно. Отлично. Ладненько, что, пойдем прошвырнемся по этому огромному зданию, похожему на склад. Уверен, что тут что-нибудь ценное мы с тобой найдем. Везде все разбросано. Так, что у нас тут? Помидорки. О, можно будет похомячить. Томатики, томатики. Ой, здрасте, ребят. Я просто мимо проходил. Блин, а для чего же вот эти вот запчасти-то нужны? Опа, ля-ля-ля. Подожди. Я станцую с тобой танго. Я его разломал, нет? Последний удар. Да, готовчик. Вот это и заберу. Посмотрим, может, я с этого что-то смогу смастерить, как ты думаешь? Блин, зачем же эти запчасти-то? Тут... Кто бы мне объяснил? А шиш его знает. Буду вот так вот, короче, их собирать. Мало ли, в будущем когда-нибудь они мне пригодятся. Вот так вот. Как они выстроились красивенько. Что у нас тут, посмотрим? Томато. А тут у нас кто хрюкает? Мяукает. Здорово. Ага. Мимо, вилочка, мимо. Блин, заделся. Получил. О, с него выпало какая-то поднять набор компонентов. Такая штука у нас уже есть. У меня теперь их несколько, этих компонентов. Когда я уже начну что-нибудь строить? Наверное, чертежи какие-то надо найти или что? Ой, не так присоединил, ну пойдет. Кстати, уже вечереет, смотри-ка. Темнеет, вечереет. На второй этаж можно подняться? О, вон туда можно. Сейчас мы тут воспользуемся нашим лифтом. Так, погнали. Давай-давай, лифтик. Что-то вверх не получилось до конца подняться. А если я еще здесь поставлю один? Не, друг на друга их не поставить. Обидненько. Ты посмотри, уже ночь. Как быстро все потемнело тут. Давай вокруг оббежим. Может быть, с другой стороны можно будет залезть как-то. Вот тут вот тоже есть возможность залезть. Но я слизь. Корова? Привет. У коровы вымя на голове? Или это не вымя? У тебя есть вымя? Или ты вообще бык? Инопланетная коровка. Нашел метод, как забраться на это здание. Смотри. Тут, оказывается, вот эта часть рухнула. Вот сейчас мы по ней попробуем забраться. И потом перепрыгнуть. Вот, вот туда перепрыгнуть получится у нас. Блин. Давай попробуем. Опачки, да, получилось. Ништяк. Мы внутри. Здорово. Посмотрим, что тут выпадет. Что-то упало вниз. Ладно, потом спущусь, подберу. И снова здесь эти запчасти. Короче, пока я бегаю на втором этаже, я нашел учебник. У меня так, получается, с собой была книжечка, которая меня всему обучит. Итак, смотри. Вот такой вот учебник, как построить машину. В общем, вот эта штука, которую я думал, что это лифт, это подъемник для машин. Мы сейчас с тобой опустимся вниз. Точнее, спустимся. Вот так вот. И попробуем что-нибудь на подъемнике построить. Чтобы нам путешествовать было проще, а не своих двух. Вот прямо вот здесь вот под фонарем. Я слышу робота. Блин, как ты тут вообще очутился? А ну пошел с моего места, это мой фонарь. И я его караулю тут. Понял? О, какая-то электроплата. Итак, короче, размещаем здесь подъемник. Вот это, короче, вот здесь вот так вот поставлю подъемник. Теперь мне нужно на него как-то что-то поставить. Как говорится в учебнике, мне нужны вот такие вот блоки. Но где их достать? У меня их нету. Давай пороемся у меня в рюкзаке. Инструменты, блоки. О, а может быть вот такие блоки подойдут? Слушай. Давай попробуем. Значит, убираем еду. И ставим блоки на платформу. Надеюсь, все получится. Ну да, вроде бы строится. Пока что разобрались, как это все соорудить. Надеюсь, блоков у меня хватит на какой-нибудь мотоцикл. Или машиночку. И я вообще надеюсь, что у меня хватит запчастей, чтобы что-то построить. Знаешь что, вся проблема в том, что у меня нет сидушек.
Так, хорошо, вот я платформу какую-то соорудил. Что дальше? Давай посмотрим по учебнику. Вот ее построил, мне теперь нужна сидушка, двигатель. Ага, да, разбежался я немножечко. У меня ничего этого нету. Вот это что такое? Это колесо. О, одно колесо есть, прикольно. Так, получается, мне сейчас нужно будет рыскать, бомбить роботов и собирать материал. Угу. Ладно, все это разбираем. Почесали разведывать территорию. У нас сейчас по времени 3 часа 35 минут, уже 36. Скоро наступит утречко, и там будет все веселее и светлее. Бегу я, не знаю куда, куда глаза глядят. Вот, например, хотел посмотреть вот это вот, что за цветочки такие светящиеся, интересные. Поднять. Пигментированный цветок какой-то странный. И на кой он мне нужен? Ну ладно, пусть будет. О-о-о, смотри, смотри, смотри. Там, по-моему, животинка какая-то была. Вот это... Ой, это не животинка. Это робот. Какая кукуруза. Можно ее поднять? Обалдеть. Из большой кукурузы получил маленькие кукурузины. Будет чем попитаться. Кстати, мне уже давно пора покушать. А то у меня сил не будет. Давай томаты захомячим. Так, и куда же мне идти? Дорога есть? Вон, туда мне нужно. Какая-то обсерватория здоровая. Больше в округе я зданий не вижу. Поэтому бежим именно туда. И, естественно, я вышел на дорогу, и по пути мне встречаются всякие штуки интересные. Ну, как штуки? Хлам. Бегу я такой, бегу. И мне встречается, смотри. Тут небольшая база, похожа на пост. И там огромная база, похожа на склад. Который мы уже с тобой видели. Может, тут кто живет? Фрэш. Нифига себе. Тут кто-то живет, что ли? Эй, магазинчик. Обалдеть, это магазин. И здесь можно купить, вот, например, землю. Давай заберем. Это что такое? Какой-то компост из чего-то. Обалдеть. Кто бы мог... Закрыто. А если я нажму, типа, открыть? Ой, забрал случайно этот кассовый аппарат. Ну-ка, наверху кто есть? Есть кто живой? Робот здесь корову гоняет. Интересно, а кто это построил? И там он тоже есть какой-то магазинчик, что-то там светится. Прям капец. Поспать можно тут отметиться? Все забираем, короче. Я построю свой дом и... Можно разобрать вообще вот это все? Я могу это все разобрать? Или сломать? Но нужно ли это ломать? Вот в чем вопрос. Ты посмотри, а? Я сейчас всю хату разберу. Ну, прикол. Забираем все. Прикинь, сейчас чувак, который владеет этим магазином, приходит такой и смотрит, как другой чувак разбирает его квартиру. Я бы офигел. Я бы просто молотком прибил этого чувака. Ой, потолок упал на меня. А вот это что такое? А, это туалет. Опс, присел на туалет. Справим нужду, как говорится. Отлично. Слушай, а туалет в качестве сидухи не подойдет нам? Тут еще и туалетная бумажка. Бегу я такой, бегу по дороге, поворачиваю голову направо. А там целый город. И гаечный ключ. Возможно, там мастерская, где я смогу поживиться запчастями. Ну вот, мы и добежали. Уже, правда, стемнело. 8 вечера скоро будет. Через 20 минут. Смотри, какие странные постройки тут. Я уверен, что мы тут чего-нибудь да найдем интересное. Вначале залезем сюда, если можно. Тук-тук. А, дверь открыта? Есть кто? Хм, давай закроем дверь. На всякий пожарный. Вот так вот. А то вдруг роботы тут... Выползут. О, можно поспать. Точка возрождения сохранена, отлично. Вот мне, конечно, интересно, удобно ему так с рюкзаком на спине спать или нет. Все, пошли. У нас куча дел. В общем, это просто зона отдыха, тут ничего нет. Вопрос только в другом, как я теперь открою дверь. А, во, вот так вот. Ну ладно. Все открывается молотком. Open the door. Опа. Здорово. Ты что тут делаешь? Уборочкой, что ли, занимаешься? Ты местная консьержка, что ли? Так, хорошо. Второй раз уже вижу этот блок, но не понимаю, зачем он. Могу подобрать. Так, давай посмотрим, что это такое. Что это такое? Это у нас
питает большие космические корабли или станции. Блин, надо было прошлого тоже подобрать. Это батарея все-таки. Угу. Так, ладно. Пойдем тогда вот сюда, к механикам. По всей видимости, тут заправка какая-то или что, или пикозно. Вау. Вау. Крутяк. Требуется энергия. А где можно поставить этот батареечку? У меня есть. Вот сюда можно ее поставить. Главная батарея. Сейчас впихнем, и что-нибудь у нас тут включится. Сейчас посмотрим. Так. Поместить. Смотри-ка, тут есть чертеж сбора этого робота. Короче, это цех по производству роботов. Ну что, пойдем попробуем, посмотрим, что тут есть. Смотри, бензиновый двигатель я могу собрать. Чтобы это сделать, мне нужны материалы вот такие вот. А вот это что за материал? Вот это дерево, а вот это, наверное, металл. И металла у меня пока недостаточно. Но я могу сделать сиденье водителя. Создать, значит. Через 33 секунды создастся. Вот это что такое? Сиденье мусор. Колесо могу создать. Подшипник. Блин, ну конечно то, что двигатель. Пойду-ка я, короче, искать металлолом. А на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, не забывай ставить лайки. А также подписываться на канал, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой на сегодня прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.